Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных видео. Оставляйте свои комментарии и лайки. Ну а сегодня мы с вами поговорим об общем гороскопе для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября 2017 года. Итак, какие радостные вести принесет нам очередная неделя ноября в разных сферах жизни? Давайте узнаем в нашем астрологическом прогнозе. И начнем мы, как всегда, с Овна. Не спешите, и удача будет на вашей стороне. Тем более, что у вас сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала. Вам просто необходимо доводить свои дела до конца. Результаты на работе зависят от сосредоточенности и решительных действий. В среду возможны некоторые неточности в информации или ошибки в расчетах. Смените стиль общения, иначе ваш острый язык может причинить боль в том числе и близким людям, обидеть которых вы совсем не хотели бы. Все внимание уделите решению семейных дел, домашних проблем, это сейчас особенно важно. Итак, следующий это Телец. Любую ситуацию на этой неделе следует оценивать максимально реалистично. Даже если она совсем не вписывается в рамки ваших представлений о возможном. Старайтесь адекватно рассчитать свои силы, поберегите себя, так как в конце недели возможны стрессы и простуды. Для достижения желанных целей вам будут необходимы такие качества, как собранность и ведение всей ситуации в целом. Постарайтесь быть внимательнее по отношению к семье и родственникам. В выходные сходите в гости или в кино. Близнецы. Эта неделя чрезвычайно удачна для начала нового проекта и реализации ваших талантов. Вам понадобится терпение и объективность по отношению к себе самому для исправления мелких неточностей. Без этого будет невозможно идти вперед. Справиться с этой задачей будет очень непросто, так как душа ваша будет рваться вперед, не желая ждать, пока руки доделают всякие мелочи. Вы еще раз убедитесь, что нужны и незаменимы. Наиболее благоприятным днем для вас будет именно пятница. Следующий это Рак. На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развлечений. Вас взбодрит интересные новости, перспективные знакомства и важные разговоры. В понедельник у вас будет возможность бросить все силы на работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый работник. Во вторник могут напомнить о себе старые друзья. В субботу проявятся незавершенные дела. Если вы чувствуете, что не можете с ними справиться, смело берите себе в помощники близких людей. Выходные дни – это подходящий период для обновления гардероба или покупки нужных вещей для дома. Лев. Достижения на работе возникнут без особого напряжения. Поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, как еще раз повторить его. Постарайтесь не ускорять решение вопросов, связанных с личными отношениями. Преодолевайте возможные проблемы с достоинством. В четверг окружающие могут начать вас критиковать, не обижайтесь. Ближе к выходным вы можете оказаться участником или организатором творческого мероприятия. Дева. На этой неделе проявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по бизнесу. В понедельник вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решения, иначе рискуйте не успеть за молниеносно развивающимися событиями. В среду придется отстаивать реалистичность ваших планов и замыслов перед начальством. В четверг внимательно изучите вопрос, прежде чем подписать какой-либо документ. В пятницу хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. Выходные дни лучше провести дома. Весы. На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы и возможности. А девизом взять такое высказывание – «Хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сам». В понедельник возможны поездки и командировки. В четверг близкие люди могут отказать вам важной просьбе, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и уговаривать, а не повелевать.
пятницу какая-то приятная новость изменит ваши планы. Разумеется, к лучшему. В выходные дни хорошо бы заняться обустройством вашего дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам. Скорпион. Настройтесь на действия, направленные на изменения в вашей жизни к лучшему. Сейчас самое время учиться тому, чего вам не хватает. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг стоит подготовить себя к сюрпризам. Фортуна может обратить на вас внимание. Не поддавайтесь грустным мыслям. Гоните прочь от себя тоску. Кислая физиономия – это последнее, что вам сейчас нужно. В конце недели давние мечты наконец-то начнут осуществляться. Благодаря вашему терпению и старательности, помноженным на вашу работоспособность. Стрелец. Хорошее время для подведения определенных итогов. События будут развиваться неторопливо. Особенно сильно устать вы за эти дни не должны. Однако в среду придется сверхурочно поработать. Не ждите немедленных результатов в делах. Все требует последовательности и терпения. В среду вас могут подвести зарубежные партнеры. Во второй половине недели вы увидите реальные плоды своих трудов. Уделите должное внимание себе любимому. Если после этого у вас останется еще немного времени, то и родственникам им будет приятно. Козерог. Эта неделя может обеспечить вас хорошими условиями для практической и интеллектуальной деятельности. Но не забывайте о завершении незаконченных и давних дел. Своевременное проявление инициативы на работе будет способствовать последующему карьерному росту. Вторник – это один из самых важных и ответственных дней. Постарайтесь все спланировать и успеть. В субботу лучше пригласить гостей к себе, чем куда-то идти. Водолей. На этой неделе вам представится возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в вашу жизнь. Работа может поглотить большую часть на вашего времени и внимания. В среду вам просто необходимо действовать активно, иначе разовьется мнительность. Не спешите предлагать новую идею начальству, ее могут попросту присвоить. В четверг возможна определенная несогласованность в ваших взглядах и действиях с коллегами. Пятница – это хороший день для обучения и личностного роста. Рыбы. Понедельник обещает стать днем неожиданных и многообещающих открытий, причем как в профессиональной, так и в личной жизни. К вам фортуна нынче будет весьма благосклонна. Вероятно, совершено неожиданное и приятное деловое знакомство. В четверг в контактах с партнерами проявите осторожность. Есть вероятность обмана или недобросовестного отношения к делам. Будьте внимательны при заключении сделок и составлении отчетов. В воскресенье, зарядившись энергией, смело приступайте к решению давно откладываемых проблем. Друзья, это был общий гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября 2017 года. Друзья, до новых встреч!